Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. По Карачаево-Черкесии кратковременный дождь, гроза в отдельных районах, сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 8, плюс 13, днем 25, плюс 30. В горах местами плюс 17, плюс 22. В Черкесске кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем 28-30 градусов тепла. В 60-й день рождения отметил город Усть-Джугута. С юбилеем джугутинцев поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Усть-Джугуту по праву можно назвать сердцем района. Здесь сосредоточены промышленные организации, культурные и образовательные центры, религиозные сооружения. Город славится талантливыми и деятельными людьми. На относительно небольшой территории мирно соседствуют представители разных национальностей и конфессий. Подробнее Альбина Ламкова в нашей постоянной рубрике «Точка на карте». Усть-Джугута расположен на правом берегу реки Кубань, 8 километров к югу от Черкесска. Здесь берет начало Большой Ставропольский канал. Также к городу относится высотный микрорайон Московский. Он был построен вместе с тепличным комбинатом «Южный» в 1979 году. В 1861 году в устье реки Джугута при впадении в Кубань казаками-переселенцами образовалась станица Усть-Джугутинская. А в 75 году она стала городом. Численность населения, согласно последней переписи, составляет около 32 тысяч человек. В нем проживают представители более 40 народов России. Здесь рядом в мире дружбе живут русские, карачаевцы, абазины, черкесы, татары, армяне и другие. Дети обучаются в 7 общеобразовательных школах. Действуют школы дополнительного образования. В центре расположен благоустроенный парк для отдыха жителей и гостей Усть-Джугуты. Недалеко друг от друга расположены здания администрации района, города и МВД. В Усть-Джугуте бережно чтят память о погибших в годы Великой Отечественной. Дополнен мемориальный комплекс с памятными досками из черного мрамора с именами погибших на фронте защитников Родины Усть-Джугутинского района. Впереди от него можно полюбоваться Михаило-Архангельским храмом. Он является настоящей жемчужиной Карачаево-Черкесии. Станичная церковь смогла пережить все войны и революции и сохраниться до настоящего времени. Одной из главных достопримечательностей Усть-Джугуты является новая соборная мечеть. Она расположена вдоль федеральной трассы. И благодаря яркому архитектурному решению хорошо заметна как для жителей, так и для гостей города. Главный минарет возвышается над землей на 41 метр. Через дорогу в 15 минутах от мечети расположена Усть-Джугутинская центральная районная больница. Она основана в 1943 году. Учреждение имеет в своем составе многопрофильный стационар и амбулаторно-поликлиническую службу. В Усть-Джугутинской районной больнице есть особое отделение, где каждый день происходит таинство природы. Здесь каждый день бывают дни рождения, простой и трудный женский подвиг. В этом отделении был рожден известный артист Дима Билан. Ни врачи роддома, ни сами родители даже не подозревали, что на свет появилась новая звезда. Ну а самое главное, чтобы все рожденные в нем малыши в будущем были хорошими людьми. Я живу в этом городе 25 лет. Усть-Джугута вообще даже рассказывать не могу. Такие люди живут, хорошие. В центре у нас парк красивый. Вообще красота. Люди отдыхают. Как и любой другой населенный пункт, Усть-Джугута развивается и благоустраивается, но по-прежнему главным богатством и гордостью города остаются его жители. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джугутинский район. Проблема кадров в сфере культуры и образования, необходимость обновления оборудования в школьных столовых, строительство придворовых футбольных площадок. Эти и другие вопросы были подняты за круглым столом в рамках обсуждений, направлений и предложений в народную программу, инициированную партией «Единая Россия». Подробности в материале Шерифат Лепшоковой.
На сегодняшний день в адрес «Единой России» на портал np.er.ru со всей страны направлены тысячи и тысячи предложений. Сделать это могут все желающие. Инициативы людей войдут в предвыборную программу партии, названную «Народной». Круглый стол, проведенный на базе Республиканской библиотеки, был организован депутатами, общественными деятелями и представителями исполнительной власти для обсуждения предложений на тему культуры, спорта и образования. Заместитель министра спорта и физической культуры Валерий Медовый призвал не разделять эти сферы, а объединить в одно социальное направление. Внося свои предложения в народную программу, он говорил о том, что при возведении парков и жилищных комплексов нужно не забывать об оснащении их спортивным инвентарем, антивандальными тренажерами, волейбольными и футбольными площадками. Свою задачу министерство видит в многократном увеличении количества людей, занимающихся физкультурой и спортом. Для этого можно было бы разработать систему скидок на посещение тренажерных залов, бассейнов и приобретение спорттоваров, подытожил Валерий Медовый. Обсуждая предложения для включения в народную программу, собравшиеся говорили об уже предпринятых мерах. Так, учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Но в республике все еще не все пищеблоки обновлены. В этой части у нас также много проблем. Хотелось бы, чтобы за этим последовал ремонт и оборудование школьных столовых современным оборудованием. Оснащение, да, современным оборудованием. Замминистра образования и науки республики сказала и о проблеме кадров. Школы по-прежнему нуждаются в квалифицированных молодых учителях. Эту тему за круглым столом поднял и министр культуры. Зураб Агирбов говорил о непростой ситуации с домами культуры. Зачастую они пустуют, местные власти ссылаются на слабое финансирование. Но ситуацию нужно менять. Рассказал он и о предстоящей этой осенью аттестации действующих сотрудников ДК. Вызывает вопрос, а что за человек работает в ДК? А почему не работает выпускник нашего колледжа, который с красным дипломом его закончил и не может найти себе работу? А работает человек, который профессионального образования не имеет. Поэтому здесь нам тоже нужен будет некий совместный контроль. Очень важно четко подходить по-человечески, профессионально. У человека может не быть образования, но он много лет в этом работает, и он явно человек культуры. И наоборот, есть люди, которые с дипломами всевозможными, а пользы никакой не приносят. И вот такие комиссии, они должны очень эффективно, мне кажется, совместными быть, чтобы она культура для народа. Это мы не для чиновников же ее сохраняем, прежде всего для детей, прежде всего для тех, кто дальше ее будет нести. Обратился Зураб Агирбов и к родителям, чтобы те растили детей, приучая к культурной жизни, водили в театр, музей, возвращая почти утерянные традиции совместных посещений общественных мероприятий. Ведь искусство учит не только ценить красоту и совершенствоваться, но и социально интегрироваться. Шерифат Лепшукова, Али Бустанов, Вести Карачаево-Черкесия. Представляем вам новую рубрику о красоте. И помогать нам в этом вопросе будет наш корреспондент Альбина Курачинова-Кенжева и стилист с многолетним опытом, которая преображает наших коллег из года в год на протяжении 30 лет. Наталья Алексеева, доброе утро. Доброе утро, телезрители. Сегодня наш стилист готовит к записи мою коллегу Беллу Джазаеву. Что мы делаем, Наташ? А что мы делаем? Мы приготавливаем нашего журналиста к эфиру. Мы будем выпрямлять, потому что как бы каждая передача, она по-своему сложна и как бы несет свои нюансы. Поэтому нам нужно вот как бы сегодня вот так. Строгий такой вот. Но еще зависит же от вид. Героя, если это как бы певец, мы можем и кудри сделать. Вот такое. А сегодня мы будем вот такой вот классический вариант будем делать. Вот. От каждой передачи, от каждого героя у нас зависит наши прически. Скажите, пожалуйста, как защитить волос от пагубного воздействия утюжков? Есть термозащиты? Есть. Сейчас очень много выпусков, там вот все как бы это все, оно как бы доступно сейчас по всем магазинам профессиональным, да. Три капельки добавляешь на волосы, и они вот впитываются в волосы, и когда утюжком проглаживаешь, они наполняют волосы и никакого вреда не приносят. И то есть они вот заполняют волос и очень долго держат. Вот сейчас я подстриглась не так давно, поэтому я люблю, когда прямой волос, ну, вытягивать. Раньше почему-то мне больше нравились локоны. Ну, я думаю, что это прежде всего и от героя передачи зависит, от темы передачи зависит. Ну, вот в последнее время я больше люблю как-то классику. Ну, в принципе, можно разнообразить, да.
Сейчас вообще она, кстати, сейчас в тренде, в моде. Сейчас в основном молодежь, они все вот, ну, как бы распущенные волосы. Ну, кудри никогда с моды никогда не выйдут. Они всегда были и есть, и будут. Потому что наши мужчины любят кудрявых женщин. Как бы им нравится. Ну, это тоже от вкуса зависит. Ну, если честно, вот когда делаешь кудри, они чуть больше времени занимают. А мы же все время на бегу, на лету, ну, да, и стараемся как можно быстрее, ну, сделать. Да, наш ритм, ну, уложить жизни. Волос. И да, чаще всего это просто вытягиваем утюжком и побежали, да, на эфир. Наш ритм жизни телевизионный вот такой. Всего доброго вам и нашим всем телезрителям, которые нас смотрели. Завершаем работу. На этом наше время подходит к концу. Надеюсь, оно было полезным и для нас, и для вас. Всего доброго. Сегодняшний гость нашей программы отличается многогранным талантом. Помимо того, что Беляль Хасароков является кандидатом филологических наук, занимается активной научной работой, он неоднократный лауреат всероссийских фестивалей авторской песни. Его песни светлы и романтичны. И в эти минуты Беляль расскажет моей соведущей Белли Джазаевой о своем творческом назначении и подарит нашим зрителям одно из своих произведений. Доброе утро всем. Доброе утро, Беляль. Доброе утро. Я каждый раз хочу сказать Беляль, вот как принято у нас. А у вас имя пишется Беляль, я знаю, да? Знаком, да? Да. Беляль, хочу сказать, что вы человек удивительно скромный. Вот таких людей, наверное, очень-очень-очень мало. Несмотря на то, что вы такой многогранно одаренный человек, каждый раз, когда я говорю вам, вы поэт, вы говорите, я не поэт, я автор слов. Вы прекрасный бард, мне не раз доводилось слышать ваше пение. Я хочу вас спросить, вот какой бы фразой вы бы оценили свое творчество? Каким предложением? Это, наверное, трудно. Трудно сказать, задача нелегкая. Вы знаете, все, то, что касается творчества, у меня началось студенческие годы. И благодаря моему другу преподавателю Евгению Филиппову, вот он был, помимо как преподавателя, помимо того, что был преподавателем института, еще и создателем и руководителем Юнкоровского отряда детского. И именно вот во время работы вот с этими детьми я немножко приобщился к журналистике, к фотографии. И что интересно, вот первые авторские песни тоже в то время были. Вот у них был девиз «Нам подниматься первыми». И вот я тогда это запомнил. Вот с этого началось. Вы так считаете, «Нам подниматься первыми». Да, если говорить о бардовской песне, ни для кого не секрет, что сейчас она, ну, скажем, просто непопулярна. Ну, в принципе, авторская песня, она сама по сути не может быть популярной. Но были времена в нашей стране, когда она просто была, ну, у всех на слуху. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы поднять престиж авторской песни? Ведь авторская, бардовская песня – это и правда красота, правда, патриотизм. Вы знаете, что касается авторской песни, я бы здесь выделил слова Булата Акуджавы. У него есть песня «Давайте восклицать друг другом, восхищаться». Вот первая строчка, и песня тоже называется «Давайте восклицаться». И я думаю, что та честность, искренность, доброта, вот тот энтузиазм, оптимизм, и вот этот, и вместе с тем еще и боевой дух, и романтика, которые были в авторской песне, они остались и по сегодняшний день вот движущими силами. И если вот
честно говорить, вот мое мнение такое, что авторская песня во все времена была востребована, но другое дело, вот оно вот в советское время был период очень активной его популяризации. Подъема, да? Да, популяризации именно. По телевизору пошли передачи, в нескольких каналах вот были авторские передачи, все были посвящены авторской песне. И она как бы, песни были все время на слуху, и движение было на слуху, имена были на слуху. А потом, когда уже наступили трудные годы, когда вот культура попала в очень трудную ситуацию, тогда, естественно, и это отразилось на авторской песне, на бардовской песне тоже. Но, тем не менее, на сегодняшний день существует в России несколько крупных фестивалей. Это Игрушинский фестиваль, это наш Донбайский фестиваль «Горной вершины», тоже всероссийский. И недавно я узнал об очень крупном фестивале, называется «Станция Сибирь». Она проводится уже последние вот 5 лет в Новосибирске и тоже набирает обороты. И помимо этого, и вот благодаря интернету мы узнаем, что появляются клубы, привлекаются к этим клубам дети, очень много детей, которые хотят научиться играть на гитаре. А школа игры на гитаре для детей, вот одна из них называется «Алтбард Шинг» в Алтайском крае. Угу. Там они обучают детей с опорой на авторскую песню, на известные популярные песни. Угу. Во-первых, там тексты, угу, такие, за которыми не стыдно. Во-вторых, мелодии простые, аккорды простые. Вот, угу, вот они, эти классики, они обучают. Поэтому я скажу, что сегодня бардовская песня не забыта. Востребована, не забыта и пользуется популярностью. Я знаю, что... И при том среди людей разных возрастов. Я знаю, что об авторской, о бардовской песне вы можете говорить бесконечно, потому что вы действительно истинный бард, вы романтик. И сегодня я бы очень хотела, чтобы вы какую-то свою авторскую вещь нам подарили, исполнили для наших утренних зрителей. Спасибо большое. Я, наверное, спою песню, которая вот посвящена семейному уюту, семейному теплу. И мне хочется пожелать нашим зрителям вот этого тепла в доме, чтобы у них в доме всегда было благополучие, тепло. Дети всегда, чтобы росли и внуки в атмосфере тепла, заботы, любви, добра. Спасибо вам. Песня называется «Осенний дождь». Дождь поет осенний за окном, дети засыпают сладким сном. Пройду к столу и зажгу свечу, ты прислонись к моему плечу. Зачем слова? Мы просто посидим, о чем-нибудь немного помолчим. О чем-нибудь немного помолчим, милая моя. В этот вечер, добрый, не грусти, прошлые печали мне прости. Беру аккорд, и песня в ночи нежно и ласково зазвучит. Стучит нам в такт, шумит осенний дождь, и ты со мной тихонечко поешь, и ты со мной тихонечко поешь, милая моя. Вспомним дни счастливые, как сны, и в душе цветение весны, в глазах твоих теплые лучи, за окном осенний дождь стучит. Горит святой
огонь свечи горит, и сердце сердцем тихо говорит, и сердце сердцем тихо говорит, милая моя, милая моя. Благодарю вас за эту красивую песню. Светлую песню. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Приходите к нам еще. Спасибо вам. Спасибо. Вам всего доброго. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, ну а в 14:30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Шамизом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. До встречи.